Ребята, всем привет. Хочу вас познакомить с Шахом. Вот это Шах. Кстати, это Шах. Шах, передай им привет. Привет. Шах кушает сейчас. Кстати, Шах это, если вы думали, что это как король Шах. Нет, это не как король Шах. Это просто имя у человека такое. Он Шах с Афганистана. Вот мы уже дружим. Сколько Шах мы дружим? Лет 10-12? 90? Подожди, с 2000... С 2000 какого? Шестой год, да, 2006, ну, 10 лет, да. Мы так очень хорошо дружим. Сейчас немножко реже Шах приходит, потому что у него мама болеет. Вот. У них, у восточных людей вообще принято как бы не бросать своих... И у нас так же, у русских принято. Но у них это очень сильно так... Сейчас я на паузу нажму. У них смотрят дети, родители досматривают. Это очень почетная миссия, обязанность. Ну, не обязанность. Вот, Шах сейчас живет просто в другом городе, он смотрит маму, вот, потому что мама старенькая, вот. И он сейчас пришел ко мне случайно, он здесь в Гродно, в Гродно. Он вот сегодня просто был в Хронингене, он здесь в Хронингене живет, а мама живет в Эмине, а Эмин это чуть-чуть ниже, чем Хронинген. Вот, ну, он, короче, я уже его просил зайти к нам в гости. Кира очень обрадовалась, он, Кира... Я очень довольна. Да, Кира очень довольна. Да, она так говорит, это Шах? Ты? Она ему так... А я на расходе не видела. Ну, да, кстати, год, Шах. Не, не, 2 года, по-моему. 2 года не видела. Да. Вот, мы с Шахом часто, кстати, очень много дискуссировали про Афганистан. Помнишь, сколько мы песен афганских переслушали? Афганских, это имеется в виду, афганских... А я пельмени люблю. А как тебе Шах вот вообще, ну вот, что в России, там вот... Советский Союз в Афганистане был. Просто вот мы с тобой часто это обсуждали, много рассказывали про это, про что, как сейчас вот в Афганистан. Ты уже недавно ездил в Афганистан, да? 2 года назад, да? Да. Как тебе вообще нынешний Афганистан и тот, который ты уезжал? Ну, что-то да, изменилось, что-то очень, нет? Очень много изменений. Ну, это война просто. После войны не бывает хорошо. Это уже 40 лет война. А, ну как бы... Сильно на афганский народ, на русский злой, там, что, да. Ну, на советские. Не-не-не, они как-то уже раз оценивают, что раньше были лучше, чем, да, чем сейчас. Потому что раньше как-то были лучше, там, и жизнь была хорошая. Ну да, а я сейчас так... они как-то более злые стали, и много войны видели, там, и несправедливость. Ну да. И настоящие лица видели, как то, что, сколько стоит. Да. А как к американцам сейчас относятся? Ну, американцы... Что-нибудь а делают американцы хорошее, объективно, вот так, если... Да, очень. Опиум побольше там распространяется. Народ, не курите опиум, потому что это не для народа, а для американского. Для американцев он идет, этот опиум. А с 2017 год, надеемся, что будет новая Америка, то, что мы любили там. И они прекрасно, замечательные люди, раньше всегда мы так ощущения были там во всем мире. Сейчас, наверное, будет вернуться так, и будут настоящие американские люди там в медиа, там и везде будем. С Трампом ты имеешь в виду? Ну да, надеюсь, что там. Ну я тоже, я не знаю, конечно, все америкосы, они такие гандоны, но с Трампом хоть есть надежда, что он более-менее адекватный. Да, да, потому что он в силе. Мне кажется, что он такой... Кулацкий мужик, вот такой там, это что надо. А не то, что вот это играли и доигрались там. Сейчас везде там, да. Тебе показывают, что они там самые продажные политические американцы там с этого истории там вообще последние 20 лет. И надеемся, что будет все нормально, мирно там, и войны заканчиваются, и финансирование этого там дебильного, что там они... кто-то поддержали, там, кому-то денег давали. А сейчас будет, лично Америка будет заниматься, мы будем рады, что американцы еще будут богаче, спокойнее и красивее. Там. Мы рады. Все, выключай, хватит. Ну, это Шах сказал. Сейчас мы еще чуть-чуть 50 грамм. Не, жалко, конечно, что он сегодня не остается, потому что мы раньше с ним очень много обсуждали темы про Афганистан. Там, ну, вот мой отец, допустим, служил в Афганистане, допустим. Вот, мой Шах его очень хорошо знает, они общались очень много, тоже обсуждали вот эти все ситуации, которые, к
происходили, которые вот в Афганистане. Уважаемый человек, да. Я отца Дима очень уважаю, там очень хороший человек. Да. И он видел своими глазами, что как мы раньше Афганистана, культура наша там, в чем-то. И очень аккуратный человек, офицер, доктор. Но они как-то действительно уважаемые люди там. Да, вот таких офицеров у нас последние 16 лет в Афганистане не приезжали. Убийства только были там, там. Поворовали, поворовали, а сейчас вот так и ждем новую команду там в мире. Я еще хочу дополнить, ну не дополнить, а просто поделиться своим впечатлением. Вот был Шах, это мы на каком у вас празднике были? Сайкерфейс, как это по-русски? Рамадан? Ид. Ид. А что такое Ид по-русски? Ты не знаешь как? Ну не по-русски, чтобы понятно было. Байрам Курбан. Байрам, потому что Куйрам. Да. Байрам Курбан. Вот мы, я был на этот празднике, ну вот у них это мусульманский праздник, то есть. Очень интересно было посмотреть. Я так думаю, сейчас так приду, там люди зарежут, там, зарежут, да, голод. Вообще, мне афганцы очень дружелюбные. Сейчас мы с Шахом. Сейчас я напишу. Шах, курякаем. Курякаем, да. Ну, я уже Шаху говорю, хватит курить, бросать надо. Да. Шах бросал уже, бросал курить. Ну, надо еще раз бросить. У нас, блин, в Голландии сейчас еще, вот мы сейчас стоим как бы на улице, скажем так. Здесь сейчас минус 2, наверное. Ну, очень ну, так я говорю, такое ощущение, что да, просто дает влажность, такое ощущение, что минус 30, серьезно. Ну, не минус 30, я уже так уже... А снега нету. Снега нету, да, вот, здесь ничего не видно здесь у нас. Какие-то... Я, кстати, вот ребята, вот с кем я здесь люблю встречать праздники какие-то, отмечать день рождения, и вообще просто 50 грамм пить, я вот с Шахом люблю. Мы любим это. Да. Да, просто так по душам разговаривать, интересно какие-то разговоры вести. С Шахом очень люблю, говорю, просто у нас иногда сходятся мнения, может иногда не сходятся. Ну, без этого не бывает. Да, без этого не бывает. Шашлыки, я помню, Шах, помнишь, как ты эти из баранинки, такие вкусненькие шашлычки? Да, у тебя там очень хороший мангал. Сейчас не видно его просто, мангал, да, там, да. Он там в темноте, туда дальше. Да, было время, сейчас послушаю песню Кайрат. Ну, там вообще сильный мальчик. Да, хорошо спел вообще. Вообще молодец, классно спел, душа. Что меня так больше нравится, что в России там, так вернулось это ощущение, что все люди вместе живут. Мне да. Мне очень нравится. Что опять вот как-то объединяет? 10 лет назад вот такого не было. Вот киргиз, вот армяне, вот так. А сейчас уже как-то все собирается потихонечку. Это очень здорово. Это чисто российское вообще. Вот это мне очень нравится. Да, я считаю тоже, что вот Россия, как вот, почему, знаешь, в Голландии начинают пишут везде Mother Russia, да, мать да. Россия, да. Потому что она объединяет под своим конечно, крылом конечно, вот, под там, все нации. Лучшие ребятки там все соединились, я смотрю, что в Чечне, допустим, меня очень нравится, они развиваются, они там умницы вообще. Поехали когда-нибудь, может, в Чечню съездим? Ну, я бы с удовольствием, я бы тоже. Нет, ну, да, хочется да, посмотреть, как они там. Это все строили там вообще красиво благодаря нормальной Рамзану Кадырову. Ну очень, пускай... очень помогали там, очень здорово помогали там. Все сомневались, а я нет, кстати, я уже 20 лет так и говорю, что там правильно делают они потихонечку, но все сделается. Россия будет самая лучшая, самая сильная была и остается. О, супер. Кираш, вообще ты с Новым годом что желаешь людям? Сейчас мы будем желать с Новым годом. Вы видите, Шах пришел, нам сразу хорошо, и мы сразу с Новым годом люди сразу желать стали. А Кира, ты говоришь хорошо и все еще дальше снимаешь. У нас меня снимаешь. Что ты мне показываешь, что я свой телефон? Да, Кира, пожелай людям вообще, что с Новым годом. Так, Кира не хочет никого. Ты не хочешь никого поздравить? Все, да. Вообще, Шах, поздравляй. Да, ладно, мы оставляем политику. Просто поздравим всех с Новым годом. Чтобы ли там следующий год будет спокойно. Ровно и удачно для всех. Пока. Чао-чао. Я тоже всех поздравляю с наступающим Новым годом. Пускай у вас у всех будет удачи, здоровья вам всем, любви.
И богатого стола в следующем году. Ребята, не болейте. До скорых встреч в эфире.